sensational. Getting closer. Captain Marvel. The Scorpion touch. Oh my God, an insane. Eriksen. Oh, what a strike. For the top. Oh, my God. What a goal. It's incredible. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Well, a very warm welcome to you on this. Данцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямом. В этот матч начался. Ждать уже нет сил. Очень много разговоров перед этой игрой было. Честно сразу скажу, бестолковые они. Все мы прекрасно понимаем, что фаворит играет дома, и шансов у него вылететь крайне мало. Но не судите раньше времени, игра все покажет. Мяч переходит к сопернику. Этот матч начался, ждать уже нет сил. Очень много разговоров перед этой игрой было. Честно сразу скажу, бестолковые они. Все мы прекрасно понимаем, что фаворит играет дома, и шансов у него вылететь крайне мало. Но не судите раньше времени, игра все покажет. Мяч переходит к сопернику. Из боковой линии в этот матч начался. Ждать уже нет сил. Очень много разговоров перед этой игрой было. Честно сразу скажу, бестолковые они. Все мы прекрасно понимаем, что фаворит играет дома, и шансов у него вылететь крайне мало. Но не судите раньше времени, игра все покажет. Мяч переходит к сопернику. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Well, a very warm welcome to you on this. Данцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямом. В этот матч начался. Ждать уже нет сил. Очень много разговоров перед этой игрой было. Честно сразу скажу, бестолковые они. Все мы прекрасно понимаем, что фаворит играет дома, и шансов у него вылететь крайне мало. Но не судите раньше времени, игра все покажет. Мяч переходит к сопернику. Этот матч начался, ждать уже нет сил. Очень много разговоров перед этой игрой было. Честно сразу скажу, бестолковые они. Все мы прекрасно понимаем, что фаворит играет дома, и шансов у него вылететь крайне мало. Но не судите раньше времени, игра все покажет.